Похудеем шею. Сколько нужно не есть или колоть липолитики, чтобы был вот такой эффект? Нисколько. Заниматься шеей и осанкой. Первое. Сначала просто разминаем круговыми движениями в одну и в другую сторону. Второе. Круговые движения. Представьте, что вы подбородком рисуете круг на столе. Вот таким образом в одну сторону и в другую сторону. Точно так же. Следите за тем, что вы и поворачиваете голову, и вытягиваете вперед, и задвигаете назад. Третье. Небольшое вытяжение. Представьте, что вам вот этим углом нужно дотянуться до потолка в одну и в другую сторону. Четвертое. Вы всегда помните о том, что невозможно проработать шею, не работая с грудным отделом и не работая с глазодвигательными мышцами. Хотите избавиться от нежелательных возрастных изменений, но не знаете как? Приходите на мой бесплатный мастер-класс, и вы получите пошаговый план, как вернуть молодость лицу и привести тело в порядок. Ссылка для регистрации в комментариях к видео.